Один балл борцу с синим поясом. Бросок после свистка был. В этой встрече победу одержал борец в красной куртке Трибунских. Тренер. Вызывается Нишумов, Рязань, Карасев, Смоленск. Бросок после свистка был. Один балл борцу с синим поясом. Два балла борцу с синим поясом. Следующее движение. Активность борцу в синей форме. Один балл борцу в синей форме. Один балл борцу с синим поясом. Свисток, слушайте, борцы. Приготовится Титков, Рязань, Хайбулов, Раменская. Один балл красному. Время встречи. По баллам победу одержал Бесан, Минск. И приготовится вес 42 килограмма.
Титков Хайбулов, 33. С красным поясом Титков Рязань, синим Хайбулов Раменская. Активность борцу с синим поясом. Активность. 50 килограмм, ребята. Беляев, Шашков приготовится через одну схватку. Будет проведена одна схваточка. Веса 42. Остановите встречу. Остановите встречу. И затем вес 50 килограмм. Беляев, Шашков. За первое движение 2 балла борцу с синим поясом. После веса 37 килограмм на первом ковре борется. 60 килограмм готовится Родиновский Мавлюдинов. Сапенко Рябченко. Готовится вес 60 килограммов. Родионовский Мавлюдинов. 2 балла борцу с синим поясом. Считать удержание. Четыре балла за удержание. Два балла борцу с синим поясом. Два балла синим. Один балл борцу красной формы. После этой встречи приготовится вес 30 килограмм Блинов-Тамбовцев. Активность. Бал. Синим. Борцу в синей форме объявляет замечание за уход с ковра. Активность. Посмотрите.
2 балла. Остановить встречу. С явным преимуществом победу одержал Хайбулов, Раменская. Последние минуты встречи, ковер номер 3. Где лаборцы в синей форме? В красной форме. Вес 30 килограмм. Блинов, Тамбовцев, приготовятся Никулин, Климаков, Асрян, Макаров, Суслов, Баранов. Идет последний.